в бюро находок имеется. Собачка-мальчик черного окраса с белой грудкой найдена 2 декабря на остановке 11 микрорайона Химиков 86. Золотая серьга формы шарика с ажурной обработкой найдена в районе Химиков 81/24. Ключи от квартиры 6 штук, 1 самодельный плюс 2 домофона, черный и синий найдены в конце октября в автобусе номер 14. Банковская карта «Банкаверс» Насибуллина Елены найдена в ТЦС НПО Гагарина. Бюро находок ищет. Собачку черного окраса с рыжей грудкой мальчика потерялся вечером 3 декабря в районе СК «Батыр» по Емле. Обещано вознаграждение. Сотовый телефон iPhone 4 черного цвета утерян 3 декабря в районе гимназии номер 22 Гагарина 17. Обещано вознаграждение. Коричневую сумку с ключами, паспортом, прописка Камские поляны, ИНН и страховым свидетельством Хайруллиной Натальи Викторовны утерянную 30 ноября на вещевом рынке. Обещано вознаграждение. Темно-синий кошелек с банковскими картами и пропуском ОАО НКНХ Федорова Евгения Леонидовича утерян в ночь на 2 декабря. Обещано вознаграждение. Собаку породу лайка с ошейником рыжего окраса мальчика потерялся 28 ноября в районе поста ГИБДД Нижнекамск набережной Челны. Обещано вознаграждение. Часы марки Essence черного цвета утеряны 21 ноября в районе трактира Берлога по проспекту Мира. Обещано вознаграждение. Черный портмоне с документами на имя Кондрашова Василия Васильевича утеряны 28 ноября в районе ДЦ Сезам. Обещано вознаграждение. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42 33 33. Мы ждем вас по будням.